Меня зовут Йоханнес. Прямо сейчас происходит загрузка гуманитарной помощи для Украины в город Черкасы. Оттуда они дальше уже будут переправлять беженцами в детские дома, революционным центрам. Здесь совместно с другими революционными центрами, в том числе и Живой Израиль, принимает участие в погрузке всей этой помощи. Так что общими усилиями мы можем много сделать и для Царства Божьего. Здравствуйте, меня зовут Ливи. Я хочу рассказать, что сделал со мной Бог, и чем я сейчас занимаюсь, и что Он мне доверил на сегодняшний день. Я был наркоманом, ходил по городу Тель-Авива, воровал, занимался какими-то ненужными вещами. Но меня один день подошли и заевангелизировали, и рассказали за Бога. Я поверил, я сокрушился, я пошел. Я закончил реабилитацию, я попал также на библейскую школу города Хайфа в Израиле. Закончил библейскую школу, и было какое-то доверено малое служение мне. Я закончил свое служение в Израиле, и меня пастыря отправили на миссию. Я был на миссии в Германии, в Оснабрюке, в Баварии был. Приехал домой, и мне говорят, надо поехать в Таллин и помочь в Таллине. Я приехал в Таллине помогать семье одной в нашем служении Живого Израиля здесь, в Таллине. Но каким-то чудом Бог мне дал власть и поставил старшим, чтобы я мог вести этот дом. Сейчас я старше этого дома и занимаюсь тем, что хожу и проповедую, и рассказываю всем за Бога, что Бог сделал со мной, свидетельствую. И так Бог через меня приводит людей, находящихся в Таллине, кто нуждается во спасении от нарко, алкоза, у кого душа наполнена пустотой. Я хожу им и рассказываю, что есть выход из этой ситуации. Люди приходят, смотрят. Сейчас Бог нам дал новый храм. Мы можем принимать до 50-60 человек. Будем чуть-чуть строиться. Слава Богу, все идет хорошо. Если есть у кого на сердце приехать волонтерами по 2-3 месяца послужить, мы будем рады принять любых людей, братьев и сестер, кто хочет вложиться в Царство. Я всех приглашаю. Мы всех любим и ждем. Будьте благословенны во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Здравствуйте, я Виргиниус, я из Литвы, я алкоголик. Алкоголиком был я 20 лет, где-то так. Сейчас уже год не пью, не курю, не матюкаюсь в Господе. Господа люблю и с Господом иду. Аллилуйя! Я Евгений, я из города Кохлоярви, он находится в Эстонии. Употреблял с 15 лет наркотики. Сейчас завязал, и уже четвертый месяц нахожусь трезвый и в трезвом состоянии. Нахожусь в реабилитационном центре «Живой Израиль»,
который находится здесь же, в городе Таиланд. Давид, я потреблял наркотики, я 30 дней как чистый и свободный с Господом. Аминь. Да, Господа, это в первую очередь, Господа нашего. Thank you.